Алла Попова. Мы в прямом эфире. В обстоятельствах ДТП на проезжей части разбираются следователи города мастеров. Попал под машину владелец самоката. Водители транспортного средства и пассажиры получили небольшие травмы ввиду непристегнутых ремней. В студии находятся все участники ДТП. Давайте узнаем всю правду с их слов о случившемся. Рано утром, как всегда, три кота и их семья в детский сад скорее спешит. Папа маме говорит: что машина же я стою, быстро мы сейчас доедем, мы с тобой и наши дети. Села дружная семья, как обычно на местах, сели дети позади, мама села впереди. Ну а папа, как обычно, сел за руль, ему привычно, и поехала семья. Мама вспомнила в пути: пристегните все ремни. Папа маме тут в ответ: что ты, мать, мне сколько лет? Что и прям случиться может, нам пути Господь поможет. Не хотим. Карамелька лишь вздохнула и ремнем себя пристегнула. Было бы всем совсем неплохо, но опасная дорога. Тут откуда ни возьмись, самокат летит, держись! Такое приключилось, что машина закрутилась, и колеса завизжали, стекла аж завизжали, и вот туда, в одно мгновение, произошло вдруг столкновение. Папа кувырек стекло, маму ранило оно. Братья тикают по машине, вправо, влево, посредине. Карамельке есть спасение, пристегнулось облегчение. Сын ревет, папа держит свой живот. Лишь карамелька ремень убрала и тихонечко произнесла: папа, мама и братишки, я, конечно же, малышка, но скажу вам откровенно, надо поступать всем верно. Нужно ведь совсем немного пристегнуться на дорогу, наклониться лишь разок и защелкнуть ремешок. Ведь простой ремень безопасности может уберечь вас от опасности. Итак, хочется узнать у наших гостей в студии, какой вывод они сделают для себя из сложившейся ситуации. Я же ведь была права, я ведь вспомнила пути, что пристегнули все ремни. Помнить об этом нужно всегда, чтоб не случилась в дороге беда. Да, я тоже был не прав, вот лишусь теперь я прав. Хоть и лет не очень много, подвела меня дорога. Тут дорога ни при чем, вот ремень, он за плечом. Ну и мы понять смогли, нужны всем были ремешки. Чтобы не было беды, правила запомниты. Сел в машину, пристегнись, и тогда вперед лишь учись, как пристегнется вся семья, жизнь в безопасности тогда. Правила запомни это. И зимой, и даже летом ты в машине не крутись, лучше сядь и пристегнись. Много времени не надо, чтоб ремень тот пристегнуть. И тогда ты ехать можешь, скажем дружно, «Добрый путь!» Ребят,
ребята, дорога – это не шутка, а жизнь. Выучи знаки и правил держись, чтоб не приключилась с тобою беда. Дорожные правила помни всегда. И осторожны на дорогах. Счастливого пути!